Ребята, добрый день всем. Смотрите, я приехала на объект к Алексею и открыла вот универсальный капа-грунт от Капорол. Вот. Я воды набавляла вот в это ведро в ноябре для другой комнаты. Он протух. То есть имейте в виду, когда вы лакокрасочную продукцию открываете, хоть срок у нее годности и год, вот, воды туда не наливайте в долгосрочной перспективе. То есть отливайте в небольшую тару и воды туда. Вот. И вот тут же был второй ведерко. Вот, и, видать, я из него отливала. Одновременно, ребят, я их открывала, видать, переливала в этот. Вот, в это воды добавила, он стухся. И цвет, видите, не размешать. Вот, и запах безобразный. И вот одновременно с этим он гомогенный продукт. То, что надо. Вот сейчас я его размешиваю, тот в помойку, значит, я выкидываю. Вот, значит, чем я сегодня буду заниматься? Вот, я сегодня на доставке, ребят, за доставку, ночная доставка в Петровиче, 190 рублей. Вот, а у него не хватает до 2000 рублей, значит, моего как раз, стоимость моего шпателя за 700 рублей. Вот, Алексей находится в Подмосковье, отдыхает, ну, в общем, а я работаю. Короче говоря, вот сегодня приму, значит, ВГТ грунт вечером, плюс свой шпатель, вот, за стоимость своего шпателя. Вот, поэтому, ребят, сегодня я буду с новеньким шпателем. Сегодня посмотрим, сегодня, завтра, какой он прямой. Вот, значит, смотрите, это я промешала. Вот, для чего я это делаю? Я сегодня сейчас вот пятаки вот тут вот подмажу на стене, вот эти вот. Вот, а завтра уже, вот, сегодня вечером приму ВГТ грунт, завтра прокатаю все стены. Вот, сегодня вот эти пятаки, трубы второй раз, отопление. Вот, ну, не знаю, убирать ли сегодня я буду или нет. В общем, он мне еще сказал за батареями снять все обои. То есть сегодня еще предстоит термические ожоги избежать. Это я сняла, вот под этой батареей еще и под барной стойкой. Здорово, гимнастика в 55 лет у меня происходит, ребят, производственная. Значит, и вот там, под за кухней, мне надо будет сегодня снимать вот эти вот куски обоев между трубами, в общем, труднодоступных вот этих вот нишах. Трубы здорово тут топят. И главное, трубы не отключить, это же стояки. То есть вот боковину-то можно было бы отключить. Так, ребята, значит, смотрите, тут я помазала грунтовочной краской Капорол, а налила себе в лоточек Тикурилу Евро-2 и мажу сейчас валиком. Вчера, значит, я первый раз вечером покрасила, старая краска на балконе у меня была. На балкон утеплённый. Вот. И сейчас мажу вот Тикурилу Евро-2, ребят, по свету, к окну. Вот. Краска глубоко матовая, была накрашена мной вот, 4 года назад. Ей же, ну, этой же маркой. Вот. Будем надеяться, что вот эта заплатка, поскольку она глубоко матовая, пройдет. Потому что если матовая краска, то матовую надо перекрашивать от угла до угла. Посмотрим, пройдет, не пройдет. Вот. Так что вот сейчас крашу этот кусочек, этот кружочек. Вот. Не помню, вчера-то я, видите, солнце было сильное, вообще не видно, куда я мазюкала. Сейчас-то потемки уже нормальные, сумерки такие. Вот. Сейчас покрашу, пускай сохнет. Вот, а сама займусь трубами, стенами. Вот, ребята, обязательно ставим лайки и подписываемся. Мне есть чего вам рассказать. А то вчера вот начали вы мне лайкать, сразу просмотров в два раза выше. Было 190, а стало 320. Понимаете как? От этого уже очень много зависит в этом ютубе американском. А мы русские. Давайте друг друга поддерживать. Я для вас все делаю. Давайте и вы немножко для меня сделаете. Ставьте лайки, не будьте такими анеткими. Я уже, честно говоря, расстроилась. Я для вас все, вы для меня ничего. Давайте алаверды делайте. Давайте, ребята, еще увидимся. Пока. Вот, намазала я. Вот, в этом духе. Все, давайте, пока.